я не могу себя идентифицировать с каким бы то ни было видом деятельности, но я люблю архитектуру. Конечно, когда ты находишь какие-то интересные здания, конечно, ты уже углубляешься в историю, какие люди жили в этом месте, кто построил. Момент, который мы исследуем, это чуть дальше от Москвы, по течению Москвы-реки. Это всегда было место поселений аристократии, вот эти знаменитые подмосковные усадьбы. А сейчас это все разрушается, и в какой-то момент вот этот краеведческий интерес, он совпал с моим общественной деятельностью, то, что касается сохранения культурного наследия. Иногда я попадаю в какие-то места, я понимаю, что там я уже раньше был, хотя это было исключено именно в физической жизни, в моей реальности. Но мои ноги, они сами знают, куда идти, все маршруты как бы понимают. Мне кажется, что время, оно только дискомфортнее и дискомфортнее становится для человека, хотя прогресс очень интенсивно развивается.